В Чебоксарах завершается подготовка к празднованию Дня города. Огромное количество сюрпризов традиционно ждет жителей и гостей столицы Чувашии. Торжества в честь дня рождения любимого города будут проходить на десятках площадок. Самые масштабные в центре города 17, 18, 19 августа. О самых интересных нам рассказала заместитель главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам Алла Салаева. Красная площадь будет полностью отдана детям. Наверное, мы делаем это впервые, когда и предприятия городские, и наши творческие лаборатории, студии, вся отрасль образования включилась в единый порыв создать площадь для детей. Необходимо брать ребятам, мам с пап за руки, родителям своих детей и приходить на Красную площадь. Почему? Потому что будет развернуто более 20 различных тематических площадок. Театр кукол построит свой шатер, где будет проходить театрализованное представление. Центр Красной площади будет занимать город будущего, который сегодня уже, мы просто не замечаем этого, строится вместе родителями, детьми, воспитателями. И это будет город, проспект Ленина из больших коробок. И дети нарисуют тот город будущего с нашими основными зданиями, какие они хотят видеть. Возможно, это будут совершенно другие краски и цвета, которыми они раскрасят этот город будущего. Будут установлены большие сковороды, на которых будут жариться блинчики с различными джемами. Мороженое, лимонады, пирожные, яблоки в глазури, сахарная вата, кукуруза, лимонады. Мы попросили наших предприятий торговли и общепита именно сделать этот вкусный праздник для детей. С 19:00 уже площадь будет отдана молодежи, будет выступать молодежная группа «Прогульщики» из города Казани, а в 20:00 и владыка Варнава, и глава Чувашской республики, глава администрации, глава города Чебоксары поздравят нас всех с праздником, с днем рождения нашего любимого города. Будет замечательная театрализация на трех экранах, на главном сценическом комплексе, который готовит сотни наших артистов. Еще раз подчеркнут историю нашего уникального города. После этого будет концерт Игоря Николаева. Споем вместе все песни про те, которые в сердцах, про любовь, про добрые моменты. И в 22:00 будем аплодировать и радоваться, глядя на небо над Чебоксарским заливом, наблюдая за фейерверком, который нам дарит Чапаевский завод.